Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена Бородина. И сегодняшняя наша тема – кролики. Давно я не снимала кроликов, а там новостей тьма. Но у меня поступил в старом видео комментарий с просьбой показать крольчиху Снежану, Снежку, которую выбирали здесь на Ютубе. И сейчас мы посмотрим, потому что ей 4,5 месяца, и нам надо обязательно ее взвесить, потому что сколько она весит, будет зависеть от того, останется она в нашем племени или нет. Напомню, мы выбирали крольчиху из помесных крольчих, фландра и белого великана. Хотя у меня только белые великаны, крольчихи, но мы решили поэкспериментировать и выбрали эту крольчиху. И я там еще в том видео сказала, если она не будет весить 5 килограммов, то я ее не оставлю на крольчихе. Поэтому мы сейчас пойдем и посмотрим, будет ли она к 5 месяцам у нас весить 5 килограммов. Сейчас ей 4,5, то есть ей 5 числа июля исполнится 5 месяцев. И, кстати, посмотрим Эльку и расскажу я вам, что у нас с Элькой. Тоже крольчиху, которую называли здесь на Ютубе. Идемте. И вот мы с вами у клетки этой крольчихи. Почему я говорю тихо? Сейчас я вам покажу. Видите? Под клеткой у нашей Белки пух. У нее 20-го срок. И вот она сегодня, значит, уже родила крольчат. А я думала, она не будет рожать, потому что она была такая худая-худая. На ней еще свежая кровь, поэтому мы не будем ее отвлекать. Мы тихонечко отсюда исчезнем. Пойдемте заниматься Снежаной, Снежкой. А наша Белка будет темой следующего видео. Начинается что-то у нас дождь, поэтому надо оперативно взвесить нашу Снежку. Вот она, красавица. И сейчас мы будем ее взвешивать. Я вам покажу вес. Все знают, что моя корзинка весит 840 грамм. Сейчас мы посмотрим. Ой, комары. Сейчас 7 часов утра, а комаров просто тьма. Так, ее вес 6,150. 6,150 минус 800 грамм. 840 грамм. Это получается 5,300. Друзья, да отличнейший вес. Вот это да. Сейчас я вам ее покажу. Вот, смотрите, какая крольчиха. Отличный вес. Отличный. Я просто прям довольна. Ну-ка, иди погуляй. Мы на тебя посмотрим. Иди, моя хорошая. Ну, Робину сразу надо ее проверить. Вот крольчиха, это 5,300. Отличнейший вес. Отличный. Через 2 недели ей будет 5 месяцев. И ушки-то какие широкие. И куда же ты попрыгала? И куда же ты пропрыгала? Снежка. Ну ладно, надо ее в клетку нести, потому что трава мокрая. А ты ешь мокрую траву. Идем, моя хорошая, пойдем. Идем, моя хорошая. Все, идем. Вот мы ее. Робин, отойди. Идем, моя хорошая, в клеточку. Какая у нас крольчиха, еле помещается в корзинку. Ну что, красавица, ты однозначно остаешься на эксперимент. Какие крольчата у поместной крольчихи будут. Мы посмотрим. Ты пойдешь у нас к Леве через 2 недели. И будем ждать от тебя крольчат. А напротив нее сидит наша Элька. Вот она, наша Элечка. Я забрала у них сегодня дощечки чистить. Поэтому они без дощечек пока сидят.
Ну что с Элькой? С Элькой, конечно, проблема. Она на момент 5 месяцев весила всего 4400. Мне пришлось ждать еще какое-то время. 20 мая ей было 5 месяцев, а в случку я ее повела 4 июня. После того, как она 4,5 только достигла. Ну вот сейчас я хочу ее взвесить и посмотреть. Или она прибавила в весе не беременная, или она просто беременная. Поэтому я очень аккуратненько ее сейчас в корзиночку возьму, и мы с вами ее взвесим. А смотрите, у нее какой подгрудок хороший. Уже прям как у крольчихи. Ну-ка покажи, покажи нам свой подгрудок. Ой, молодец, подгрудком уже. Вот смотрите, видите? Это отличительная черта крольчих белых великанов. У них большой подгрудок иногда. Но большой тоже плохо. Все, взвешиваем ее. Вот я принесла Элечку. Слушайте, она прям на вид. И на вес, мне кажется, хороша. Так, и она весит. Нет, она весит мало. Не знаю, вам видно или нет. Весы так и не остановились. Она весит 5900. Минус 800, 5100. Ну, наверное, она у меня беременная. Я уже ее не буду отправлять на мокрую траву. Сразу ее несу в клетку. Ну что, друзья, а в конце видео я вам покажу мимимишных крольчат. Этим крольчатам сегодня 15 дней. Это крольчата белой великанши, белки. Идемте посмотрим. Открываем ее маточник. И смотрим на крольчат. Сколько нас их тут? Трое? Не может быть. Ну-ка, где там еще? А, вон четвертый сидит. Вот смотрите. Видите, у них даже глазки красные. Это чистопородные белые великаны. А белые великаны — это альбиносы. Поэтому они глазки всегда красненькие. Их здесь четверо. Они как бесятся. Да мои хорошие. Смотрите, какой он хорошенький. 15-дневные крольчата. Ну все. На этой милой нотке мы заканчиваем сегодняшнее видео. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока. А вы растите и будьте здоровы.